В регионах страны уборочная страда продолжается. И в этом процессе отдельное внимание уделяется на создание благоприятных условий для сборщиков хлопка, сырца, организацию различных культурных мероприятий с участием представителей творческой интеллигенции. Наш следующий материал подготовлен из Сурхандаринской области. В Сурхандарье, как и во всех регионах республики, сбор хлопка продолжается, но совсем не за горами завершения уборки урожая. Участие земледельцев в этом процессе улучшает темп работ. Для хлопкоробов созданы все условия. Они прилагают усилия, чтобы внести свой весомый вклад в процесс сбора урожая. А в этом им помогают творческие деятели, писатели, поэты и артисты. Для интересного и культурного досуга после трудового дня создаются все условия для нашего отдыха. Отдельное спасибо организаторам за хорошее настроение. Мы работаем с большим удовольствием. Как видите, большое значение придается культурно-массовым мероприятиям, организованным специально для хлопкоробов. Наша главная цель – собрать урожай своевременно и без потерь. Мы все ответственны сегодня за наше общее богатство. Такие встречи проходят во всех регионах Сурхандаринской области. Мероприятия, беседы, концертные программы дарят хлопкоробам особое настроение. Отметим, что в ходе мероприятий самым активным были вручены книги и другие ценные подарки.